Добрый день! Представляю вашему вниманию микс Канада. Идет с дефектом. На него идет скидка, и по цене он получается 250 рублей за килограмм. Подробная информация, ссылки под описанием. Начнем с вами вот с такого ветрячка. Размерчик 34. Замочек есть пятна. Толстовочка с начесом XL. Тонковка в размере M. Идут загрязнения. Здесь у нас тонковочка с капюшоном. Размер S. На замочке имеется тоже загрязнение. Велюровая она. Толстовочка с капюшоном. Размерчик L. Имеются загрязнения. Внутри начес. Тонковочка укороченная, размерчик М, велюровая. Тонковочка, размерчик L, рукавчик 3 четверти, имеются загрязнения на пуговичках. Здесь у нас L-ка боди. Вот здесь вот получается края немного разошлись. L-ка джемпер, имеются загрязнения. Материал травка, М-ка танковочка, джемпер размер М с капюшоном, джинсовая куртка, внутри флис, размерчик L-ка, XL даже, наверное, джемпер с высоким горлом, очень мягкий, размерчик L, имеются загрязнения. Так, здесь у нас джемпер S-очка. Имеется дефект в виде дырки, небольшой дырочки. XS кардиганчик. Велюровая рубашечка, размерчик M. Танковочка XL, размерчик, имеются загрязнения. Футболка 2XL, плотный хлопок, брючки, внутри сеточка, спортивный трикотаж, размерчик S, резиночки внизу. Здесь у нас жилетка идет с капюшоном на замке, размерчик M, имеются загрязнения. Так, толстовочка, размерчик M, внутри начес. Имеются загрязнения. Толстовочка внутри петелька. Размерчик L на замочке. Джемпер S-ка. Имеются загрязнения. Блуза L-очка. Имеются загрязнения. Джемпер М-ка с люрексом, здесь тоже вот загрязнения имеются. Ветровочка, размерчик, я думаю, 2XL, имеются загрязнения, застегивается на замочек и клепочки. Здесь такой вот жакетик на замочке, замочек плохо застегивает, то есть тут дефект в замке, размерчик L. Толстовочка с капюшоном размер S на замочке. Имеются загрязнения внутри, внутри петелька. Маечка размера S. Брючки XL, спортивный трикотаж, имеются загрязнения. Джемпер с капюшоном M-очка, тоже загрязнения имеются. Так, здесь у нас джемпер размерчик M, имеются загрязнения. Элька, танковочка, тоже загрязнение имеется, Томми Хилфигер. Эмочка, джемпер на пуговичках. XL, танковочка, имеются загрязнения. XL, танковка на замке, замочек у нее не работает. Эмка. Танковка, рукавчик до локтя, имеются загрязнения. Эмочка,
тоже имеются загрязнения. XL, поло с длинным рукавом, имеются дырочки небольшие. Куртка с капюшоном, на заклепочках. Размерчик 10-12 лет. Капюшончик не отстегивается. Толстовочка, размерчик M, внутри начес, имеются загрязнения на рукаве. Комбинезон плюшевый, размерчик XS. Тоже имеются загрязнения на штанишках. Танковка, S-очка велюровая, имеются загрязнения. Юбочка, размерчик XL, имеются загрязнения на ней небольшие. Танковка S-ка. Толстовочка, внутри начес, размерчик L. Имеются небольшие загрязнения. S-ка, танковочка, загрязнения имеются. Здесь у нас идет накидочка с капюшончиком XL. Толстовочка на замочке с капюшоном, размерчик S, имеется дефект в виде дырки. Так, брючки, думаю, наверное, 2XL, имеются загрязнения. Танковка на замочке, размерчик L, имеются загрязнения. Флисовая толстовочка на замочке, размерчик L. Толстовочка с капюшоном Nike, Элька, внутри начес. Элечка, вот такой вот, куртка такая, можно сказать. На пуговичках утепленная. Имеются загрязнения на куртке. Штапельного материала блуза, размерчик 2XL. Есть небольшие загрязнения. Брючки, размерчик XL. Имеется дефект в виде дырочки вот здесь вот внизу. Так, толстовочка с капюшоном S-ка. Капюшончик с плюшем, а сама она с петелькой внутри. Есть загрязнения небольшие. Брючки, как кожа. Размерчик L. Имеются небольшие загрязнения. S-ка, танковочка, имеются загрязнения. Бриджи, XL. Джемпер с капюшончиком на замочке, имеются загрязнения, размерчик L. Танковочка на замочке, замок отсутствует, собачка сама. Размерчик SM, такой спортивный трикотаж. Брючки XL, спортивный трикотаж, имеется загрязнение. Жакет евро 38, вот красивый, с подплечниками, на пуговичке застегивается. Толстовочка. Размерчик L, имеются загрязнения, такие вот пятнышки. Комбезик S-очка, замочек собачка не работает. Так, толстовка, внутри петелька, размерчик XL, имеются загрязнения. Джемпер с капюшоном, размерчик S. Рубашка джинсовая, размерчик XL. Имеются небольшие загрязнения. Так, здесь у нас ветрячок. Размер M на замочке с капюшоном. Брючки. Плюш, размерчик M. Танковочка, размерчик S. Имеются небольшие загрязнения.
толстовочка размерчик М, внутри начесик, имеются дырочки. Так, здесь у нас брючки, размер, так, размерчик, я думаю, СМ, имеются загрязнения. Так, джемпер на замочке с капюшоном, размерчик L, имеются небольшие загрязнения. Толстовочка размер М, флисовая, собачка сломана. Ветровочка Элька, стрит, замочек с дефектом, то есть он вышел вот здесь, то есть, прям по шву отошел замок, что с одной стороны, что с другой стороны. Капюшончик не отстегивается, стеганая такая куртка хорошая. Эсочка, танковка, имеется загрязнение, здесь вот внизу. Толстовочка размерчик L, флисовая, имеется загрязнение. Футболочка XL, такая вот утепленная внутри петелька. L-ка, танковочка, есть небольшие загрязнения. Так, M-очка, блуза, штапельный материал, тоже имеются небольшие загрязнения. XL, танковка, загрязнения имеются, здесь вот. Брючки Элька, как леггинсы. Кардиганчик Эсочка, вот он блестящий, с капюшоном. Брючки размерчик XL, 2XL, имеются загрязнения на штанинах. Джинсовая куртка размерчик S, имеются загрязнения на рукавах и на самой джинсовочке. Идет с утеплителем плотная джинсовка. Так, здесь у нас джемпер с высоким горлышком, очень мягкая вязка. Размерчик S, укороченный. А здесь вот дефект, дырочка небольшая. XL, такой жакетик с подплечниками, собачки нету, но должна быть. Кардиганчик с капюшоном, размерчик 3XL, так, на замочке, собачка отсутствует, замок сам есть. Танковочка XL, XS точнее, есть небольшие загрязнения. Эмочка, джемпер, есть загрязнение. Толстовочка размерчик М, внутри начесик, имеются небольшие загрязнения. XL танковочка, рукавчик до локтя, есть загрязнение. Брючки размер 36 мужские, имеются загрязнения. Эсочка, такая вот блуза, дефект по шву разошлось немножечко, вот здесь вот дырочка есть. Джемпер с высоким горлышком, размер L, крупная вязочка. Джемпер S-ка, есть небольшие загрязнения. Болеро M-ка, тоже загрязнения имеются. XS танковочка, имеются загрязнения небольшие. XL танковка, загрязнение вот здесь вот на рукавчике. М-ка, толстовочка флисовая. М-очка, джемпер, крупная вязка. Здесь у нас такая накидочка, ветрячок. Размерчик М. Вот здесь вот дефект, по шву разошлось немного. Танковочка размерчик L, имеются загрязнения. Танковочка S, тоже имеются загрязнения. 2XL, такое вот платье, имеются внизу загрязнения. Здесь вот. Джемпер, как кардиган, размерчик SM, имеются загрязнения на рукавах.
Так, жилетка на замочке. Размерчик 2XL. Имеются вот тоже загрязнения. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.